Компания «Газпром» газораспределение «Ульяновск» открыла клиентский центр по адресу Свирская, 5. Новый центр расположен на первом этаже здания Димитровградского филиала газораспределительной организации и работает по принципу «единого окна». Наш центр по обслуживанию клиентов осуществляет прием заявок на выполнение работ по газификации как жилых, так и нежилых помещений, осуществляет работы по технологическому присоединению к сетям газораспределению, также разрабатывает проектно-сметную документацию на выполнение данного вида работ. Помимо этого выполняются строительно-монтажные работы, пуск и врезка газопроводов, установка газовых счетчиков. Договор на эти виды услуг как физические, так и юридические лица могут заключить, обратившись в центр обслуживания «Газпром газораспределение Ульяновск». Отследить статус заявки можно на сайте компании. Для того, чтобы отследить статус своей заявки, нужно зайти на сайт «Газпром газораспределение Ульяновск», выбрать вкладку «Состояние заявки», набрать номер своей заявки, который выдается в центре обслуживания клиентов. Затем набираете свой номер, нажимаете флажочек «Я не робот», отправляем. И на сайте вы увидите дату заявления, какого числа подано, и статус, в каком он состоянии. Центр обслуживания клиентов в Димитровграде – второй центр компании «Газпром газораспределение Ульяновск». Первый был открыт в областном центре в прошлом году. Задачи одни – это ускорение газификации любого абонента, что физических лиц, что юридических лиц. Первые димитровградские абоненты уже успели оценить качество обслуживания клиентского центра. Это очень хорошее дело, особенно это для нас, горожан. Здесь комфортно обслуживают, и в очереди стоять не надо. Вот, прекрасные специалисты. Центр обслуживания клиентов находится по адресу улица Свирская, дом 5, телефоны 5-26-84 и 8-800-350-49-07. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для Улправды.ру из Димитровграда.